Почему же человек все время копит на черный день? Наверное, потому хочет, чтобы он у него настал. Потому что он Богу не верит ни на грош. А верит только людям, смотрит на них, как они. Все, что было самое важное, что было все как у людей. А как у людей? А у людей безбожно до тошноты. Поэтому раз мы собрались в церковь, это, конечно, не так, но предполагает, что люди пришли для того, чтобы с Богом соединиться и явить Ему свою веру и свою любовь. А на поверку этого нет. Поэтому христианская жизнь, она состоит в том, чтобы исправить свою жизнь таким образом, чтобы мы действовали в своей жизни так, как будто мы уже веруем в Бога. И поступать так, как будто мы хотим любить Бога. И когда Он увидит в нас это рвение, Он это нам и даст. Благословение Господне на вас, так и благодатью человека любим. Всегда на ней присно и во веки веков.